А у нас снег уже в Барнауле. Вот так зима наступила. У нас зима, дорогие друзья. Я в магазин сходила, продукты взяла и иду домой. Вот так. Вот и вся гуляние мое сегодня. Вот так. С вами была Дора Люкс. Ну, такой вот у нас лед. Скользко. Завтра вроде подтепление, сегодня минус 5. Приезжайте к нам, у нас вот как бьет снег. Замечательная погода в Барнауле. Сегодня октябрь, а у нас уже снег. Кто там хотел приезжать в Барнаул? Вот, смотрите, можете приехать. Вот такая вот красота. Я иду домой. Листики заледенели. И ветки вон, смотрите, какие ледяные. Снег. Вот так. Красота. Снежок. Все. Зима. Сейчас мы посмотрим, кто у меня печаль. Ну вот. Печаль Муся. Буся. Не хотите идти на улицу? А? Уже не хотите. Мои крошки маленькие. Хозяйка. Хозяйка со снежными обувью, сапожками, да. Муся и Буся. Вылизывай. Вот я пришла. Пришла я. С магазина. Что я взяла? Молоко. Кефир взяла. Вот такие булочки. И печенье. Вот так.
мои сегодня покупки. Вот такие покупки. Я пью кефир.